Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Сразу уточню, вы берете любые ниточки, какие у вас есть, потому что все узорчики универсальные, я буду показывать вот на таких ниточках. Кто еще с ними не работал, смотрите, называются они Alize Angora Gold, вот здесь вот написано «Simli». Идем дальше. В 100 граммах находится 500 метров. Ну, понятно, что у меня моточки уже не по 500 метров, меньше. По составу, что за ниточка? 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, она как переливается, металлическая ниточка. И здесь нам советует производитель, берите, говорит, крючок от 2 до 4 миллиметров, для того, чтобы у вас все получилось. Данную пряжу я вязала троечкой, и меня это, в принципе, устраивает. Вы подбираете под свою пряжу, также читаете нотацию, смотрите, какой вам предлагают крючок взять, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, начну я вот с такой розовой ниточки. Девчата, кто спрашивает про номер, когда не забываю, говорю, да. Если вдруг забыла, пишите в комментариях, я вам отвечу. Итак, в данном случае ниточки передаются полностью, как они есть, на камеру. Номер 363. Если будете вязать точно такой же ниточкой, да, вот точно такой же захотели, например, по качеству, по составу, по цвету. Смотрите, ниточка состоит из трех, получается, ниточек. Поняли, да, что акрил, шерсть и металлик. И вот такие вот небольшие ворсиночки есть. Ворсиночки могут цепляться, поэтому аккуратненько вяжите, заранее все просчитывайте, потому что если вдруг ошибетесь, распустить будет можно, но очень сложно. А так, в принципе, ниточка очень классная. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика у нас будет, получается, 6 воздушных петелек. Я наберу 5 раппортов, это получается 30 петелек, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Получается 31 воздушная петелька. Ну, а вы, в свою очередь, набираете, сколько вам удобно. Да? Итак, все как всегда. Сделали петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, предлагаю сделать дополнительный ряд, состоящий столбиками с накидом, вспомогательный. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь аккуратненько отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Накид. Следующую петельку точно так же ныряем и провязываем столбик с накидом. И точно так же в следующую и во все последующие петельки ныряем, провязываем столбики с накидом до конца ряда. Сами себя контролируем. Количество столбиков должно равняться количеству петелек. То есть, если у меня 31 воздушная петелька, да, то должно получиться 31 столбик с накидом. У вас может быть больше, может быть меньше, самое главное, контролируйте. И 3 петельки подъема, которые мы провязывали в самом начале, это тоже столбик с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже провязала. До конца ряда давайте самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наш ряд со столбиками готов. Все ровненько, аккуратненько, приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. И возвращаемся в этот же столбик, откуда начали 3 петельки подъема. И провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Далее смотрите внимательно. Делаем 1 воздушную петельку. 1. Пропускаем в столбиках 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И аж в 6-й столбик провязываем 5 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. Так, секундочку. До конца. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. И сюда же 5. Вот, у нас получился вот такой вот веерочек. Так, здесь получается у нас получилась только половинка веерочка. То есть мы здесь провязали 3 столбика. Вместе вот с 3 петельками подъема 3 столбика. Дальше то же самое. Воздушная петелька. Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6 провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Понятно, да? И вот так вот вы шагаете до конца ряда на всю длину вашего образца. Давайте до конца ряда самостоятельно, потому что несложно. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали наши веерочки до конца ряда. Помните, мы начинали, получается, с пол веерочка, всего лишь 3 столбика. И заканчиваем точно так же. Пол веерочка, всего лишь только 3 столбика, вот в 3-ю петельку подъема. Несложно? Несложно. Теперь я хочу добавить новый цвет. Так, новую ниточку. Но тут какая особенность? Тут получается один ряд, один цвет. Один ряд, один цвет. И чтобы я ниточку не отрезала, я вот сделаю вот таким образом. Оп, воздушная петелька потянула и оставила в покое розовую ниточку. Перебираюсь на начало ряда и переключаюсь на новую ниточку. Если вы будете тоже менять как бы цвет ниточки, да, то повторяйте. Итак, вот у нас здесь были 3 петельки подъема. Ныряю в 3-ю петельку подъема. Забираю ниточку. Так, и по узорчику у меня здесь должна быть 1 воздушная петелька, и сюда же ныряю столбик без накида. Все, ниточку я зафиксировала. Потом, конечно, я кончик спрячу красиво, аккуратно, чтобы было незаметно. Итак, дальше что у нас по узорчику идут? 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь будьте внимательны. Мы делаем 1 накид, смотрите, и мы должны будем опуститься на ряд ниже. Вот там, где мы столбики провязывали. Итак, мы должны будем опуститься к 3-му столбику. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Так? То есть к самому среднему столбику, как раз под воздушной петелькой. Опустились вот так вот. Захватили ниточку. Видите? Вот. И провязываем столбиком с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Не сложно? Вообще не сложно. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь присоединяемся к 3-му столбику из 5. 1, 2, 3, 4, 5. К 3-му. За верхушку берем 3-й столбик и провязываем столбик без накида. Видите? У нас как бы ряд выравнивается. Да? Здесь, получается, у нас были волны, да? Розовенькой ниточкой, а беленькой мы выравниваем край нашего ряда. Итак, 2 воздушные петельки. Опять переключаемся на нижестоящий ряд и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки, переключаемся на 3-й столбик, столбик без накида. Поняли, да? Вот. И вот так шагаем до конца ряда. 2 воздушные петельки, столбик в нижестоящий ряд. Да? Не забудьте, с накидом. 2 воздушные петельки, в 3-й столбик веерочка, столбик без накида. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Это несложно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, когда провязали до конца ряда, мы должны будем переключиться на розовую ниточку. Итак, 2 воздушные петельки, в 3-й столбик ныряем и провязываем столбик без накида. И вот здесь вот получается, захватываем эту нашу петельку, так, и провязываем ее розовенькую ниточку. Вот таким вот образом. Оп, все, и мы переключились на розовую ниточку. Беленькую подтянули, идем дальше по узорчику. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И смотрите, делаем накид, переключаемся вот на наш столбик, который был с накидом, и в него провязываем 5 столбиков с накидом, веерочек. Итак, нырнули в верхушку, 1 столбик с накидом, сюда же, 2 столбик с накидом, сюда же, 3 столбик с накидом, сюда же, 4 столбик с накидом и сюда же 5 столбик с накидом. Вот наш веерочек. Угу. Дальше воздушная петелька и перепрыгиваем полностью арочку, столбик без накида, арочку к следующему столбику. И провязываем опять такой же веерочек. 5 столбиков с накидом. То есть, если вы внимательно посмотрите, вы повторяете точь-в-точь розовый первый ряд. Так? То есть, прям точь-в-точь. Единственное, что смещение идет в шахматном порядке. Смотрите. Видите? Точно так же. У вас здесь был веерочек, веерочек, да, между ними воздушная петелька. Точно так же здесь веерочек, веерочек, между ними воздушная петелька. Угу. Не сложно? Не сложно. Все, давайте до конца ряда самостоятельно шагайте вот по столбикам с накидом. Все, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда наши розовые веерочки, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. Помните, здесь были 3 петельки подъема, да? Значит, здесь мы делаем накид. Переключаемся, вот белый наш столбик без накида. И мы провязываем в него столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Воздушная петелька, потянули, оставляем розовую ниточку, переключаемся на беленькую. Итак, вот здесь у нас были 3 петельки подъема. Мы крючок вводим в 3-ю петельку. Подтягиваем до себя, получается, беленькую ниточку. Сильно не тянем, иначе край зажулькается. Так. Теперь делаем воздушную петельку и сюда же столбик без накида. Есть. Все. Переключились на белую ниточку. 2 воздушные петельки. И переключаемся на 3-й столбик нашего веерочка. Столбик без накида. Делаем 2 воздушные петельки. Накид. И вот, помните, у нас был, получается, веерочек. И в 3-й столбик столбик без накида. Вот мы в этот столбик ныряем сейчас и провязываем столбик с накидом. То есть мы повторяем все то же самое, что мы делали в беленьком нашем ряду. Да? То есть единственная особенность, мы будем здесь провязывать столбик без накида. И все. 2 воздушные петельки, в веерочек, столбик без накида. 2 воздушные петельки, в столбик без накида. Провязываем столбик с накидом. Все, то есть вот такая вот у нас получается как бы, ну, ячеечка, да? А в ней сидит веерочек. Все, идем дальше. 2 воздушные петельки, столбик без накида. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. И вот так вот до конца ряда. Не сложно? Не сложно. То есть вы повторяете точь-в-точь самый белый, первый, получается, белый ряд. И опять же в шахматном порядке. Угу. Все, давайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Угу. Как вам? Красота начинает появляться все больше и больше. Смотрите, какая особенность, как мы здесь заканчиваем ряд. 2 воздушные петельки. Помните, мы же здесь делали столбик с накидом, чтобы край выровнять, да, высоту. Получается, мы вот в столбик с накидом ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. И опять будем провязывать вот нашей розовой петелькой. Спускаем немножко петельку. И хоп, и провязали наш столбик без накида. Все. Подтянули беленькую, переключились на розовую. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же, в этот же столбик, провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее воздушная петелька. И вспоминаем, да, то есть мы пропускаем арочку, столбик без накида, арочку. И вот в наш столбик с накидом провязываем еще 1 веерочек. 1, 2, 3, 4 и 5. То есть, если внимательно присмотреться, мы провязываем точь в точь, как наш первый ряд. Видите? Вот он. Первый ряд. Вот они, веерочки, веерочки. Все. То есть, провязывайте так до конца. В конце ряда еще раз встретимся. Договорились? Договорились. Несложно. У вас получится. Так. Вот наши веерочки. Видите? Точь-в-точь, как в самом первом ряду. 3 столбиками мы начали, 3 столбиками мы закончили. То есть по пол веерочка. Воздушную петельку сделали, чтобы ниточка не распустилась. Оставляем розовую ниточку. Переключаемся опять на белую. Заметьте, да, мы ниточки не отрезаем вообще ни с одной стороны. Итак, переключаемся на 3-ю петельку подъема. Подтягиваем, как нам удобно, беленькую ниточку. Сильно не тянем, чтобы край не зажулькать. Воздушная петелька. Сюда же нырнули, провязали столбик без накида. И дальше повторяйте точно так же, как вы провязывали самый первый ряд беленький. 2 воздушные петельки. Так. Потом ныряем вот в белый столбик без накида и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. В 3-й столбик, столбик без накида. Ну, уже принцип поняли, да? То есть вообще ничего сложного. У нас получается узорочек состоит из 2 рядов. 1 ряд это веерочки, 2 ряд это столбики. 1 ряд веерочки, 2 ряд столбики. Единственное, что располагается в шахматном порядке, и все, это вся особенность. А так все одно и то же. Смотрите, какие интересные соты получаются, да? Давайте увеличим наш образец несколько рядочков. Прикладываю сюда схему, надеюсь, не забуду. Прикладываю схему. Схема очень простая, очень легкая. Кто умеет вязать по схемкам, сами себя контролируйте. Кто не умеет, обязательно посмотрите схемку. Очень простая. Вы поймете, где столбики, вы поймете, где воздушные петельки. И научитесь, получается, читать данную, по крайней мере, схемку. Итак, увеличиваем образец на несколько рядочков. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вы смотрите, какая получается красота. Причем вяжется очень-очень просто. Проще не бывает. Красота у нас, смотрите, двусторонняя. Выбирайте сторону, какая вам больше нравится. Вот тут верочки более такие вогнутые, да, так скажем. Тут получается, мне кажется, что они более выпуклые. Выбирайте любую сторону, делайте ее лицевой и применяйте в изделии. Что это может быть? В зависимости от ниточек. Летние ниточки, топики, маечки, да. Если это будут демисезонные ниточки, зимние ниточки, естественно, что это будут кофточки, кардиганчики, шарфики. Почему бы нет? Снуд, представляете, вот такой, да? Опять же, вы можете что сделать? Вы можете, например, где вот белая ниточка у меня, да? Ну, допустим, на вас будет белая, да? А веерочки могут быть разными. Вы можете пустить секционную ниточку. Вы можете сделать каждый ряд новой ниточкой, то есть сделать из остаточков какое-либо интересное изделие. Как вам? Кто вязал данным узорчиком? Пишите в комментариях, что вязали, какими ниточками, что получилось. Если еще не вязали, подбрасывайте идейки. Девчата читают комментарии, может быть, кому-то понравится ваша идея. Вот так вот он тянется из этих ниточек. Вы пробуйте из своих ниточек, как у вас будет тянуться. Давайте замерим красоту именно этой пряжей, моей рукой, да, моей плотностью вязания. Итак, я сегодня, получается, набирала 31 воздушную петельку. Это в моем случае... получается сегодня 14,5 сантиметров. Если это у вас будет палантинчик, например, да, не забывайте кромочные столбики делать. И тут получается, смотрите, ну, допустим, каждый веерочек, да, веерочек и беленькая, получается, беленькие столбики, то есть два ряда. То есть посчитаем по веерочкам. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, так. Последний ряд, это получается у нас будет 15 и первый наборный 16. Итак, замерим. Это получается вот 12 сантиметров. И еще смотрите, какая особенность. Когда вы выравниваете, вот, ну, допустим, беленькой, да, в моем случае ниточкой, выровняли ряд, то потом можно спокойненько обвязать столбиками с накидом, и все, изделие закончено, ряд ровный. Класс? Как вы думаете? Класс. Вот такая вот красота получается. Видите? Этими ниточками, конечно, переливается. Изделие будет, так скажем, нарядное. Другими ниточками обязательно тоже надо попробовать, как это будет выглядеть. Вот. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Это необходимо для развития канала. А также нажимайте на колокольчик, который самый верхний должен быть темненький, да, чтобы вам приходили все уведомления о новинках на канале. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. А также сохраняйте себе в плейлисты и смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока. Thank you.